Гули. Ну что там, вылазьте сюда. Но вот они, где у меня тут под ногами. Мои гуленьки хорошие. Ну, сегодня тепло. Гули. Вон они там собрались, вот они. Гули. Семечки даю им, они любят. Здесь у меня немножко. В деревне в два раза больше. Тут 26 там на улице остальные. Вот так. А там 45. А может и больше, кто знает. Вот они, голуби мои. Это у них два тазика и тут два ведра. Это стол у меня на столе, еще ведро. Вот они так. Семечки закрываю, они еще тут пролазят мышки. Они сидят. Гули мои. Да они какие хорошие. Вот. Два у меня сизаря. Дикари совершенно приручил. Они тут гоняют моих породистых. И тогда они не болеют так. Ну, естественно, отбор. Вот они как. Гоняют их. Ну ладно, я сейчас выйду здесь. Я выхожу, а они следом за мной тут, потому что я тут много роняю. Гули. Давайте скорее сюда, скорее, мои хорошенькие. Ну. Вот они где, красавчики такие мои. Да какие они хорошие у меня. Гули. Да какие замечательные гули. Вот они. Залетный бывает, чужой залетит. Вот с хохолком, с обножкой. Видно, что породистый. Я мало времени ему уделяю. Вот. В день раз залезу, все посмотрю, покормлю. Вот они как. Вот гуси гогочут, надоест прямо в один день. За час. Там курицы, овечки кричат как. А голубь паркует целый день, сидишь и как соловей будто. Голубиная музыка. У меня есть там песнопение. Виктор Николаевич поет. Голубка я с детства люблю, а с пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой строкой. Здоровые, не болеют, вообще вы удивительно. Ну, у меня тут породы определенные нету, они перепутали тут все. Ну, главное, они тут 40 с лишним градусов мороза вытерпливают. Тут я не топлю ничего, никаких уколов не даю.
Вот семечки, лущеный горох. Бывает иногда хлебушка маленькая. Теперь что? Песок, соль. Еще дают. Ну, глины надо дать. Давно не давал. Вот этот какая порода, не знаю. Клюв, видно, какой он у ней. Вот она, зубоносая зову. Вот она. Кто знает, пусть откликнется. А вот рядом с ней сидит ее муж. У него нормальная. Видишь, какой шиньончик у него. А у ней нос прямо по-другому. Надо бы с той стороны снимать, к окну подойти. А как подойду туда к окну, они тогда еще выше подлетают, улетают на улицу. Видишь, тепло. И начали уже гнездиться. А тут мороз 27 градусов будет через неделю. Они не понимают этого. Обманывают их погоды. Вот которые на меня нападают, ну, видно, что люди ничего не понимают. И пусть выйдут они в эфир, покажут, у кого есть голуби. Вот у меня в деревне две голубятни, здесь голубятня, и в избе еще голуби. Всю зиму, с января месяца держу, они выводятся. Ручные голубята. Пусть покажутся. Вот такое определите. У злого человека голуби не водятся. У злого человека голуби не водятся. Не приживаются. Хотя бы одного со всего мира найдите голубятника. Если он голубятник, и чтобы он такой злобный был, он нападал вот на меня, клеветы разные, матерки и прочее. Не верю я в это. У меня большой опыт, я с 6 лет с голубями вожусь уж. 7 со с лишним лет держу их. Были годы, когда и негде было держать. Ну, заодно. Это голуби по сродству. У меня голуби, а у батюшки овечки. Это два избранные. И овца избрана Богом, и из всех животных, приближенных к Богу, и голубь среди птиц.